Оса в пакете. Твою мать, тут сраный багажник. Мама, зачем ты это снимаешь? Я это снимаю за тем, чтобы был исторический момент. Мы стоим на обочине дороги и страдаем по поводу того, что у нас перегрелась машина. На улице очень жарко. Мы включили кондиционер. Мы включили все телефоны на зарядку. Долго проходили таможню. Наверное, минут 30. Мы и таможню ждали, и страховку. И страховку ждали. И в итоге машина у нас перегрелась, и мы стоим на обочине дороги в Казахстане. В общем, чем дело кончится, непонятно. Ну, мы как-то едем. Пока что машина едет. Будем надеяться, что дальше без перегребов обойдемся. Стреноженные, смотри. Ой, я же сказал, что дорогу будет переходить.